битком машины. Это ж не битком, это с условием то, что у нас еще все в катере. Все удочки, газ, баллоны, бензин, канистры уже все залиты. Полная машина, а если еще все взять, я не представляю. Все это сейчас надо перетащить в катер. Вон он там на воде стоит. Вон еще рейс. Я уже два сделал. И это только часть вещей. Основная масса вещей вся у нас в катере. Вот так собираться на отдых. И не захочешь. Это еще с нами внук не едет, дочь не едет. То другое. Ну все, сейчас грузимся. Решили сегодня выехать на рыбалку с ночевой. Как получится. Едем совсем незнакомое место. Задохнулся, таскал здесь по лестнице. Все-таки здесь далековато до машин. Сейчас все будем раскладывать. Сейчас пока у меня и бензин в салоне стоит. Сейчас все по рундукам рассую. Газу запаслись. Что-то сюда еще положить. Мягкие сиденья. Сейчас надо машину отнести. Просто они мешают. Уже вещи даже некуда ставить. Да никакие. Эти мягкие сидушки в машину-то не лезут. В катере много места занимают. Гинсовую стоянку ее, что ли, сделали? Вода так высоко и не уходит вода. Пока сейчас иду на малых оборотах, скажу, что мы собрались отдохнуть сегодня без внуков, без детей, сами. Получится рыбку поймать, поймаем. Ну а сейчас найдем хорошее местечко, едем, нам километров за 100, наверное, сейчас уедем в сторону Екатериновки, Васильевские острова. Найдем хорошее местечко, получится рыбалка, поймаем что-нибудь. Не получится, просто отдохнем. Надеюсь, что с ночевой. Вон еще кто-то рыбачит. Вода высоко, еще все деревья в воде. Так что вот пока такая информация. Ну все, двигатель прогрелся. Полный вперед.
Вот остановились в таком местечке. Песчаный берег. Вода чистенькая, но холодная. Насчет рыбки, конечно, не знаю, будет здесь рыбка. Но постараемся поймать. Привязался я здесь вот за дерево, впереди бросил якорь. Так что это не открытая Волга, это какая-то протока. Как называется она, не знаю, вот там вдалеке, где горы, там открытая Волга. Покажу местечко, где мы остановились. Водичка здесь чистенькая. Там чья-то палаточка стоит. Поляночка здесь какая-то. Отличное место, если бы еще здесь рыбка ловилась. Если бы еще здесь рыбка ловилась. Это вот орешник. А нет, вот орешник. Фундук. Листочки такие. Фундук. Здесь вода еще высоко. Это открытая Волга. А нет, это еще не Волга. Здесь вода высоко стоит. Это другая сторона острова. Вот такое местечко. Классно. Вот, по-видимому, вода до сюда доходила. Вот видно. Уровень был. Оставалось тут, видать, прям совсем капелька земли. Вот это только, наверное, не затоплял часть. И вот такой пляж. Красота. Это вот опять орешник. Фундук. Не знаю, он плодит здесь, нет. Навряд ли, наверное. Утром я ничего не завтракал, ночью не спал, что-то какое-то волнение было, собирался до полночи. А сейчас приехали вот на место, сейчас чайку попью, наверное, и лягу отдохнуть чуть-чуть. Часик-два вздремну, а потом начну к вечеру удочки готовиться. Ну, для рыбалки сейчас, конечно, самая жара. Сейчас только вот чай попить. Вот она, наша плиточка знаменитая, которую мы с собой возим по Крымам. Не знаю, в этом году поедем, куда нет. В Крым точно нет.
уже сразу решили. А хочется? Хочется. Ну, может быть, съездим в Сочи куда-нибудь, в Адлер. Пока что на Волге вот будем рыбачить, отдыхать. Знаешь, я с утра тоже там репетировала музыку. Помнишь это? Ну да, помню, это отдельный метод, там, где мы. Сейчас бутербродик перекусим, чайку попьем. Кино какое-то идет. Телевизора. Какая-то комедия. Когда он к вам собирался? А что, он уже вернулся? В тот день не смогла. Кусаются. А? Да я дергаюсь, кусаются. Попробуем, забросим. А вдруг что-нибудь поймается? Сейчас вот прикорм сделаем. Каша сонная. Добавлю сюда лещ плотва. Ах, тут еще вот какая-то ампулка. Надо ее выдавить. Тут еще один. Два крокодильчика забросил, но пока еще тишина. Ну, конечно, день. Лодки одна за одной. Ночью, может, что-то будет. Рано, утром. Что-нибудь поймаем. Думаю, поймаем. Ну, вот на жарешку. Сейчас наловим на удочку быстрее, чем на закидушке. На закидушке не ловится. Да я сейчас эту поставлю, пусть она живая будет. Эту. Ну так. Вот сорожечка. Опа! Хорошая сорога, хорошая. Молодец. Хорошая. Снимай, вон прям бросай сразу в этот. Сейчас. В садок он, она живая там будет. Подожди. Сейчас заброшу. Ну вот, сейчас хоть на жареху удочкой наловим. Тут что-то на закидушку пока рано. И мы поймали. Вот и мы и поймали. Не только ты ловишь. Yes. Что за рыба? Мамонт. Вот, палки, да? Стой, подожди. И сейчас посмотрю, что это за рыба-то. Бычок, что ли, какой-то. Он, наверное, отогнал всех. Вот ты поймал. Не знаю, кто. Бычок, наверное, какой-нибудь. Да какой бычок? Сейчас рыбки вот пожарим. Вот, на, их чистится. Сюда, что ли? Сейчас выпрыгнем. Вот хорошие. Кто вот тут за рыб? Это не сорожка. У нее рот какой-то большой.
Голавлик. Ну вот нам на сковородку хватит. Ну все, рыбку порезали вот так. Сейчас поджарим, на сковородочку есть. Вот такой ужин, друзья, получился у нас с рыбкой жареной, которую мы поймали. Приятного аппетита! Ой, как вкусно! Еще бы майонезик сюда. Есть майонезик. С майонезиком будет симпатичнее и повкуснее, думаю. Ну что, пробуем? Приятного аппетита! Как хорошо на свежем воздухе поймать самому рыбку, пожарить ее, приготовить ужин. Все порезаны. Вкуснятина. А картошечка молоденькая. Лучок. Вот, полежать немножко. Ужин был прекрасный. Или ты кофе хочешь? Чай попью. Знакомый чайничек будет для некоторых. Чайничек, плиточка. Дровишки собраны уже. Мы костерок в момент сваргали. Сейчас все будет, как в кино. На спичке чирк, и он пред нами. Летит пусть сладкий треск костра в лучах рыбачьего заката. Перед природой все равны, я говорил уже, ребята. Шумит река, и в звездном свете видна она яснее, чем днем. Слегка над ней дышит ветер, а мы любуемся огнем.
что здесь нет. Время 4 часа утра. Комары. Вот такой приборчик. Здорово выручает. Скоро солнце будет вставать. Восход солнца снимем. И домой поедем. Вот жужжит мой прибор. О, какой восход солнца красивый. Нам еще его не видно. А уже тот берег вот освещается. Рыбаки поехали. Ночью рыбачил. У меня фонарика нет, оставил дома. Такое упущение. И ночью рыбачил, получается, с часу. Клевал хорошо. Но течение сильное. И одну закидушку снесло на другую. Все перепуталось. Достал их, положил и ушел спать до утра, до полчетвертого получается. Вот сейчас немножко ловится, а всю ночь тут ребята вот рядом на лодке ловили, у них хорошо клевало, но они одной удочкой, а я уже пожадничал, сразу две забросил и перепутал. Так что отдых получился у нас замечательный. Рыбалка тоже состоялась. И приготовили, пожарили рыбку. Ужин получился прекрасный вчера. Сейчас кофейка попьем и в сторону дома. В следующий раз я сюда хочу приехать на лодке ПВХ. Поставить здесь палатку, хотя у меня она и сейчас с собой, но необходимости такой не было. И потом сороги такие крупные пошли. На удочку сейчас не будет клевать. Можешь попробовать? Сейчас я кофе попью. Я тоже хочу. Сделать кофе? Да. Вот такой у меня прибор.
Это картридж для моего приборчика. Сменный картридж до 12 часов эффективной защиты. Off называется. От комаров. Вот такой приборчик. Он висит. Вот его снять можно. Он гудит. Там две батарейки или может быть одна. Классная штука. Ох, сейчас кофейку попьем. И будем собираться домой, наверное. Так, сколько же время? Все, запотел, я весь мокрый. 5:18. Ну вот сейчас еще до 6 вон. Людмила села порыбачить, хочет удочкой. Не знаю, что вода уходит, такое течение. Одну вытащу на камеру, а то не включаю, то забуду, то аккумулятор сядет. Хоть одну вытащу на камеру. Идет, что-то есть. Маленький, наверное. Точно. Сорога. Сорога белобога. Ну, хорошие сорожки здесь. Еще забросим. Еще забросим. Я уже сапоги снял. Босиком уже. Верская кормушечка. И закрываем. Все. Ждем. Ждем поклевки. Ну вот подлещик. Икру выметал подлещик. И говорят, 2 недели он будет болеть. Не будет ловиться. Ну вот несколько штук. Пара, по-моему, подлещиков там есть. А густера. Ну и сорожка. В основном вот сейчас идет сорожка. Сейчас. У тебя вообще ни разу не клевало? Нет. Да ну такое течение. Не будет, наверное. Так. В бровку упирается, наверное, сошла. Не хочет. Смотрите.
в Бровку. Сошла. Ёлки-палки. А, нет. Нет. Маленькая. Ну все, хватит. Аккумулятор. Итак, друзья, мы завершаем сегодняшнюю рыбалку. Вообще рыбалка мне очень понравилась. Надеюсь, что вам тоже было интересно. Будем надеяться, что на этой неделе нам вновь удастся выехать. А с вами были Юрий и Людмила Сухова. Всем пока-пока.